Сервис доставки готовой еды Delivery Club скупит вязаные носки, варежки, шапки и шарфы у пенсионерок, торгующих возле метро, в переходах, на рынках и улицах. Компания попросила пользователей сервиса помочь им найти бабушек, которые торгуют вязаной одеждой ручной работы на улицах, и передать координаты места через форму обратной связи. После этого к пенсионерам переедут представители компании и выкупят товар. Проект помощи пожилым людям будет работать 20 и 27 декабря в 15 городах России, в том числе и Тольятти. Сколько стоит украсить дом к Новому году? Аналитики одного из онлайн-магазинов провели исследование и выяснили, что российская семья в среднем тратит на покупки украшений около 7 тысяч рублей. В типичный набор покупок входят елка, игрушки для нее, а также декор для дома. Минимальная стоимость набора составляет порядка 1 тысячи рублей. По данным аналитиков, продажи новогодних товаров в конце ноября, начале декабря увеличились в 2 раза относительно прошлого года. Какими необычными именами называли новорожденных детей в этом году? В список самых редких попали Ефросинья, Кассиопея, Лучезар, Персей, Волга, Ассоль. И все чаще малышам давали обычные имена – мальчикам Артем, Александр, Михаил, Максим, Роман. Среди девочек популярны София, Виктория, Мария, Анна, Полина.